The life is full of opportunities, and your goal is not to miss them. My name is Alex Wright, and that's my life. Hi, в общем, всем привет, мои дорогие! С вами сегодня Алекс Райт, и я снимаю видео на русском опять. Я, наверное, чаще их сейчас буду снимать. Шумно. В общем, вот, мне тут присылали кучу всякой одежды, и я очень хочу вам... Where's that? В общем, мне прислали много всякой одежды, и я очень хочу вам ее показать. Вот сейчас я в таком боди. Да, тут мои голые ноги. Потому что он такой, как купальник, получается, слитный. И вот эта вот штука сейчас очень модная. Мне она очень нравится. Ее можно здесь расширить, не суть. Очень красиво, по-моему, серый мой любимый цвет. Да-да-да, скучная Саша. Мне кажется, он просто очень хорошо идет моим волосам. Мне нравится. В общем, опять китайский сайт, который я скину вам в описании, где я заказывала одежду, потому что она дешевая. Вот это было где-то долларов... 4-5. Качество мне нравится такое. Ну вот, хэвэшная такая кофточка. Да, также тут еще юбка вот эта вот красная, розовая. Я не знаю, я ее еще не мерила. Она мне пока не очень нравится, посмотрим. И платье очень мягкое, которое мне очень нравится. Тут такой вот воротничок. Открытое плечо, но тем не менее рукав есть. То есть я не знаю, как это на мне сидит, и оно короткое. Тоже серое, так что посмотрим, как это выглядит. И я вам все продемонстрирую. В моих сумасшедших танцах. В голове лишь один вопрос. Ну где же ты была раньше? Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Точно мочил ее полностью. В общем, как вы сейчас видите, я одела другое свое платье, и оно тоже такое прикольное, мне нравится, что здесь такие открытые плечи. Но оно очень короткое, на видео, может, увидите, оно прям вообще, и его постоянно надо стягивать вниз. Так что я думаю, я буду носить его как кофту, просто с юбкой, потому что у меня много юбок, одевать вот так вот юбку и ходить так вот, чтобы оно не задиралось, потому что это некрасиво, когда платье слишком короткое у девушек. И юбка красная, такая розовая, коралловая, мне тоже очень понравилась, потому что... У нее спереди вырез короче, чем сзади, и она такая вся... Я думала, она будет плохая, мне не понравится, но она оказалась нормального такого качества и нормальная на вид, поэтому я скажу, что она мне нравится. Ей, респект всем вещам! Спасибо огромное за просмотр этого сумасшедшего видео, я знаю, оно было такое просто crazy и очень веселое, по крайней мере, для меня, потому что я танцевала, ну, все знают, я люблю танцевать. На улице солнце, январь месяц, снега нет, дождя нет... Уху, праздник, ура! Я просто очень рада, Меня просто накрыло очень бешеное хорошее настроение, поэтому я своим хорошим настроением делюсь с вами, чтобы вы тоже были счастливы. Еще раз спасибо огромное за просмотр этого видео. Ссылки на мою одежду будут все в описании внизу. Если хотите, заказывайте, не хотите, не заказывайте. Я советую, мне нравится, так что сила! Спасибо большое, я вас люблю.